Всем привет, ребята! А перед просмотром я хотел бы вам напомнить то, что если на этой серии наберем 150 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня, вечером, в 7 часов по Москве. Я действительно вам благодарен за то, что вы ставите лайки, за то, что вы комментируете. Я отдельно каждому благодарен и благодарен за то, что вы принимаете участие в обсуждении нового видео. Но лишний лайк, как говорится, не помешает. И за это вам действительно, ребята, еще отдельная благодарность. Поэтому ставьте лайки, если набираем нужное количество, то новая серия выйдет еще сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы начинаем прокачивать нашу новую команду. Панита, Эмолга, Псайдакси, Вадл, Белдум и Таурус. Таурус уже 36-й, поэтому ему не так уж и много осталось прокачать. Так. Чё бы нам продать? Давайте это, потому что нам темки нужно купить. Еще что? Это давайте. Все продадим, почти. Это, если я не ошибаюсь, ребята, 10-я команда или 1, 2, 3... Это вроде 10-я команда, да. Поэтому, ребята, почти. Если мы прокачаем эту команду и положим ее в эту, как его, и положим в компьютер, то тогда у нас уже будут заполнены два бокса, вот этих, две коробки. Что, в принципе, нормально. Так, что мы можем продать? Это не можем. Это сможем, можем. Это тоже. Темочки же нужны нам купить. Нужно же купить, да? Так, это все продали. Тут еще вот это и вот это. И тут лечилочки. Какие есть? Вот это я вижу. Нет. Что я? Какую я вижу? Вот эту. Эту и вроде все, да? Так, еще где у нас арбы продаются? Я уже забыл. Вроде тут, нет? Да. Так, отлично. Почти два стака, ну полтора стака. Так, Thunderbolt, Energy Ball, давайте Surf и вот это. Сойдет. Это кто? Диглет, не? Пиджи. Но он, наверное, там под землей. Ну, в смысле, не под землей. Он же не под землей. А... В том смысле, что я же так строил, что у нас как... А, не, вот, нормально. Тогда нормально. Ну, может, ты быстрее будешь шевелиться, то я не попаду тебе. Во. В смысле... А, ты ж, твою ж. Еще сейчас его не... Хотя... Чё за фиг? Так, да, ну еще давай пропади, пока я вот это все буду делать. Правильно, неправильно. Так, чё бы тебе изучить? Ну, в смысле не изучить, а чем бы тебя ударить? Так, так. Только не убегай, не нужно убегать. И не нужно нас убивать, мы хорошие. Ты чё, да ты издеваешься, походу. Ладно, по другому способу. Но он сейчас уже 100% пропадет. А где он вообще? Пиджей. Только не говори, что... Ты чё, прикалываешься, что ли? О, ну хотя бы так попали. Не, ну это уже шутки какие-то. Я понимаю, у него там какие-то... замудренные атаки, которые с которыми он убегает, но это уже слишком. Третий раз подряд, это уже с ума сойти. Иди ты в жопу, слушай, Пиджей, я за тобой гоняться буду. Плюс тому я летать же не могу, а это меня бесит. Три раза мы вступали в бой, три раза он убегал. Сейчас ты хрен убежишь. Зараза. Ребята, извиняюсь, но просто у нас нету летающего покемона, чтобы его догнать, а... Вот такая зараза. Так.
В принципе, я ничего такого и не сделал. То есть, если бы у нас был летающий покемон, то я бы также на него сел и полетел бы за боссом. Но сейчас у нас нет летающего покемона, поэтому я так полетел. Поэтому как-то... Извиняюсь, большой разницы, мне кажется, не очень. То, что мы так взлетели, или то, что мы по-другому взлетели. И так мы бы его словили. А, в принципе, я мог, да, побежать домой, взять с компьютера другого покемона летающего, потом прилететь сюда, и он бы уже пропал. Или если бы не пропал, то мы бы на него напали и начали бы с ним сражаться. Так, я просто сразу подлетел, и мы начали с ним биться. Так, все, так, темки. Нет, темки точно я еще не поставил. Это сюда. Да иди ты сюда. Так. Так. Сивадл. Energy Ball. Замечательно. Ребята. Летим мы быстренько на остров. Хотя бы пару уровней прокачать Амолги. Если успеем. Твою ж. Ладно. Так, это кто? Эконс. Я думал опять Пиджи. Ну, давайте попробуем. Где он? Вижу. Ну, еще попасть нужно. Опа, попали. Отлично. Что-то не очень так опыта дает с этих боссов, но фиг его знает. Так, ладно, давайте сначала Амолгу прокачаем. Если нормально постараемся, можно и так сказать, то в этой серии мы, может, ее и прокачаем, ну, хотя бы к 40 уровню. Ну... Это если уж слишком постараемся. Так, попадем, не попадем, попали. Отлично. Так, ну вот этих кинверов, ребят, я даже не знаю. Давайте попробуем. Убьем с двух ударов, если они нас быстрее не убьют. Поэтому, в принципе, это всегда так было на начальных уровнях. Ух, а вот этот 50 уровень. Ну, давайте попробуем. Этого с трех ударов. Не убивай. Отлично. 60 опыта, нифига себе. Так. Ой. Так. Ух, уже Белдум эволюционирует, ребята. Давай уже. Если так считать, то мы уже где-то уровни 10 прокачали. Приблизительно. Может там 5, 6 или 7. Но сейчас уже ночь, поэтому на бишарпов нету смысла идти. У нас еще покемоны не очень прокачанные. Так, самурод, ты нас не убивай, пожалуйста. Так, вылечимся, давай, киллеры. Замечательно. Какая уже Амолга? Почти 31. Вообще офигенно, так быстро прокачали. Ну, в принципе, да, стандер. Да ты что, прикалываешь, я же... ну, давай уже, бросай, отлично. Так. Один. Не убивай. Не убивай, ну пожалуйста, ну зачем ты нас убил? Псайдак. Выручай. Выручай нас. Да. Да. Таурос, я не знаю вообще что-то. Не очень. Но если он. Ну. О, отлично. Так. Бычара нас выручил, да? Или кто он там? О, Шайни, а кто это? Вот ты вовремя, а? Сивадл. Если сейчас он пропадет, ну кто это может быть? Ну и Эконс, например, Крабби. Не знаю, Оддиш. Электрод. Джиглипаф. Ну, сейчас посмотрим, если он успеет эволюционировать до того, как он пропадет. Да ладно, ладно, ладно. Глум еще лучше. Ладно. Глум нам не нужен, поэтому давайте дальше, ребята. Два. Ну, в этого только два. Этого убили. Ух, а вот этого 50 уровня вряд ли мы... Да, вряд ли мы его убьем. Да, вряд ли мы и с Вадлоном его убьем, поэтому лучше убежать, пока есть время. Ну, давайте еще раз попробуем. Вряд ли. У нас... Не-не, тут вряд ли мы его вообще убьем. Ну, если ты нас... Ну, да,
только хотел сказать. Отлично. Так. Фух. Давайте дальше, ребята. Я говорю, в этой серии, если постараемся, то может Эмолгу прок... Это босс еще там, нифига себе, я его даже на карте... Вы видели, ребята, что там на карте босс? Если честно, вообще не заметил. Наверное, просто так в шайне, знаете, стоял внутри, что даже незаметно был. Да не ты, ты нам не нужен. Ну, уйди. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ух. Не знаю, сможем ли мы его убить. Хотя сможем. Он еще и горит. Отлично. В смысле, подожжёгся. Ну, давайте попробуем. Да ну, не-не-не, да ну. На них еще очень быстро нападать, тем более не 50 уровней. Где-то на 40 уровне как раз нормально будет. Вот этот, не знаю, может и сможем. Он на 10 уровней приблизительно меньше. Так, отлично. Дальше. Дальше, ребята. Наверное, в следующих сериях, ребята, мы или Райквазу покоролим немного, или уже, ребята, зря на тебя напал. Или уже заспавним, ребята, Мьюту. Хотя нет, не зря, смотрите, мы его убили, но просто он нас не трогал. Вот тебя мы тоже убьем, Эмолга уже 35-е. А у нас вроде даже электрических больше нету для следующих команд. По Черису использовали, сейчас Эмолга, Майн, он из всех остальных. Да, все, у нас уже, ребята, нету... у нас уже нету электрических покемонов для следующей команды, поэтому уже будут не электрические покемоны, а какие-то другие. Но в том-то и фигня, если не будет электрических, как мы будем тут качаться на этом острове? Только, наверное, травяными, что не очень так хорошо, потому что травяные тут тоже отлично, но не такие, как... Как вот эти электрические. Так, ладно, давайте еще. Пока есть возможность, прокачаем Эмолгу. В том смысле, что все. Ты последний электрический покемон в наших командах, можно и так сказать. И убили. Так, ну выиграли, точнее. 38-й. Может и даже к 45-му успеем. Сейчас посмотрим. Сколько дает опыта? Я не увидел. Но где-то полуровня, мне кажется. Нет, чуть-чуть меньше. Чуть-чуть меньше, чем полуровня. Хотя, смотря какие покемоны, знаете, тоже. Может быть полуровня, может быть и чуть-чуть меньше. Так, дальше. Дальше. А кингеры вообще ночью, походу, не спавнятся, потому что их не вижу что-то ночью. Фух. Ху-ху-ху-ху-ху, давайте дальше. Так, Пенита 35 уровень. И еще раз. Я не знаю. Так. Поехали, поехали, поехали. Сайдак 30-й. Более-менее, ребята, нормально. Так, ну давай. Сейчас вообще, ребята, знаете, будем пытаться как можно быстрее прокачивать наших команд, нашу, ну, в принципе, наших покемонов, потому что сейчас еще, если честно, и, если честно, еще быстрее нужно, потому что мы уже словили практически всех покемонов, и сейчас нужно их очень быстро прокачивать, так, не, ну, если вот так, да, то есть, очень легко прокачивать это электрических. В принципе, это всегда так было вот тут на этом острове. А без электрических, ребята, чего мы будем делать? На бишарпах мы не сможем сразу прокачиваться, потому что они там 60 уровни, мы там прокачиваемся где-то с 30-х, и то вряд ли. То есть больше раз умираем, чем убиваем их, но все же прокачиваемся. А если мы там возьмем новую команду, там 10-х уровней или каких, как мы их будем прокачивать? Не, ну, в принципе, да, сначала, наверное, будем травяными вот тут, как можно дольше, ну, точнее, попытаемся хотя бы их вот тут прокачать. Так. Ну, Эмолга 43-й. Замечательно, ребята. Так, ну, давайте, давайте еще парочку. Еще парочку уровней, и, я думаю, можно валить. Давайте еще Понитой убьем Персиана.
5 золота. О, тебе тоже можно. И еще раз. Ну. И еще раз. Только не лечись, пожалуйста. Ты что, офигела? Во, отлично. Кто там? Ну, тебя тоже можно попытаться. Отлично. Дальше. Я там видел, был Персия, но он, походу, уже пропал. Ладно, зато там Фералигатор, который в бою опять с кем-то. Ой, как случайно. Ну ладно. Так. Метанг. Ща. Ладно, давайте, ребят, еще парочку уровней, и я думаю, можно уже отсюда валить. В следующих сериях, ребята, как вы думаете, может уже начать делать клон-машину для Мью? Может уже действительно сделать? И потом у нас уже будет и Мью, и Мью-2. Потом Райкваза, Порygon. Ну, в принципе, Порygon я же 100% заспавнил, он больше никак и не спавнится, поэтому нужно будет его заспавнить. Так, это выкинем, это выкинем. Кто тут у нас еще есть? Если эмолги 6 уровней прокачаем до конца этой серии, это будет вообще офигенно. Ну, я не знаю, ребята. Посмотрим, успеем, не успеем. Так. Водные. Вы нам как раз и нужны очень. Опа, попали. Всех, ребята, всех нужно бить. Я уже говорил, почему. Потому что на их месте новые спамятся. Поэтому нужно вот так. Просто, знаете, стоим и вот так. В кучу. Вот так в кучу кидаем, да и все. Так. Вот тип. Ну, ты что, прикалывайся? А, ну случайно, наверное, воду, да, выкинул. Поэтому так долго ждать, пока заспамится. Так, ай, не убили. Ща, этих перебьем, тут штук таких 5, да, и поэтому, наверное, большие не спавятся. Ну, большие уровни не спавятся. Сквиртл. Раньше, я помню, так долго мы Сквиртла искали из-за того, что, ну, не знаю, или может, не могли найти остров или еще что. Но я помню, мы так долго Сквиртла искали, я всегда хотел, о, Сквиртл, как бы нам его найти. Я очень хочу водного покемона Сквиртла, но что-то мы его вообще никак не находили. Ну, а потом, когда нашли, это уже, в принципе, можно сказать, поздно было. Но все же, сейчас на острове тут мы качаемся, и тут их вообще куча. Так, ну, давай, иди сюда. Может, знаете что, ребята, я так думаю? Может, вообще-то этот остров расчистить или увеличить? Ооо, увеличить этот остров. Смотрите, какая затейка. Может, нам вот это все снести? То есть, вот так. А, да, вот, в принципе, ребята, давайте попробуем. Не всегда же качать покемонов, да, согласитесь. Можно проэкспериментировать. Давайте попробуем. Потому что, знаете, чтобы не подниматься вот так на гору, спускаться и все такое. Вот так просто. Plains. Ну вот тут Plains. А если мы увеличим, то там тоже будет Plains. Смотрите просто, ребята, если мы на этом месте стоим, тут Plains, то есть равнина вот на этом месте. Если идем вперед, тут тоже равнина. А если идем сюда, вот... А, не, вот сюда. Тут уже не равнина. А если мы продлим вот эту равнину где-то вот до сюда, оно будет считаться как равнина или все же? Мне кажется, будет считаться как океан. Поэтому не знаю, сработает ли наш этот план. Но зато у нас, ребята, очень быстрая лопата. Пару секунд. И этой горы нету. А потом, если что, отремонтируем. Ща, ребята. Да ну, не только же качать, можно, то есть пару минут, что мы тут очистим остров, это много времени не займет, и в принципе. Вот мы так, быстренько. Кто это там? Даже в океане, то Дигрис где-то там в пещерах спанится. Так. Это тогда тоже, да, нужно? Вот это все. У нас тоже кирка зачарена, поэтому это тоже быстро будет. Так.
У нас все зачарено, да, то есть тут уровней куча идет же с покемонов. Поэтому мы все себе, ребята, и зачарили. А так вообще офигенно будет, нам же даже не нужно будет вот это. Нам же даже не нужно будет подниматься, спускаться, вот так мы тут будем стоять и будем видеть, кто там засванится. Если они, конечно, продолжат так спамить эффективно, как они спамились, но я надеюсь. Ребята, уже где-то пол вот этой горы мы снесли. Так, быстренько, быстренько. Сейчас, наверное, ребята, и попробуем ее продлить, вот эту гору. Вдруг получится, и там тоже будут спавниться. То есть еще больше больших уровней, знаете. Так. О, офигеть, смотри, просто вот так. Все так копает быстро. Оу. Офигеть, сколько там земли. Так, во. Давайте. Еще чуть-чуть, ребята. Ну, что-то я заметил, они перестали как-то спамиться. Хотя. Ну тут плейнс, да? А вот тут, тут тоже плейнс. Это просто такая возвышенность. Так, ладно, продолжаем, ребята. У нас уже места нет. Ну, в принципе, у нас там и не очень много места было, но все же. Так. А, смотрите, может тогда сразу как-то начнем продлевать. Вдруг, говорю, ребята, вдруг они будут спамиться. Так. Я мы себе, ребята, островок сделаем. Так. О, Киндер, как раз ты нам нужен. Ну, если вот так мы еще остров будем делать, то все-таки Эмолгу к Мэг 50 мы не прокачаем в конце серии. Ну, да ладно. О, псайдак эволюционирует. Отлично, давай. Расти, псайдак. Голубой. Ну, в смысле цвет, да, а вы что подумали? Давай, давай, давай. Голубой и розовенький. Так, вот он. Давайте. Вот видите, так, ребята, в принципе, лучше, потому что мы видим, кто где бегает, и больше территории обзора, и нам не нужно подниматься, спускаться. Так, тогда вот тут тоже давайте вот так сделаем. Так. Ща, ребята, мы тут выстроим себе всякие острова. Итак, тут мы же себе кучу вот этой земли нарыли. Одевать ее. Нифига себе, сколько ее тут. Офигеть просто. Так, ну давайте тогда уже вот это добьем. Сколько тут осталось, чтобы уже не было бы. Так. Ща, во. Ну просто это очень быстро, то есть если бы у нас не было зачарено кирка, то это, да, было бы долго, но все же у нас кирка зачарена, поэтому быстренько. Так. Поехали дальше. И еще. О, как раз. А так бы я его не заметил, ребята, если бы была гора, да, то есть с той стороны, если бы я смотрел сюда, я бы не увидел, кто тут. О, нифига себе. Да какая панита. Молга. 47-й. Так. Еще раз. Потом вот Лапрос, потом вот эту всю землю или выкидывать нужно, то есть поднимать потом куда-то выкидывать, или просто сделать себе вот эту зажигалку и вот это все сжечь. Потому что тут же вещи не удаляются, как я понял. У меня, ребят, ну я не знаю, помните ли вы или нет, но было в прошлом сезоне такая хрень, когда я где-то нашел, ну я что-то там делал с вот этими с поки лечилками.
что-то там делал, взял что-то с креатива, понаставил, все такое, и потом выкинул. То есть не удалил, а выкинул. Не знаю почему, но в принципе выкинул стак вот этих покеличилок. И потом где-то через не знаю какое нереальное время мы потом возвратились на то место, где я выкинул. Хотя я не помнил, где я выкинул. Мы туда вернулись, я такой смотрю на земле. Нифига себе, стак вот этих покеличилок. Я уже такой думаю, а откуда они тут взялись? То есть откуда тут стак покеличилок? Это мы выкинули еще столько времени назад, что я уже, если честно, забыл, что мы там выкинули. Поэтому, ребята, вот это все, мне кажется, не пропадет. Нужно будет самому как-то очищать вот это все. Ну давайте, убивайтесь уже. Ну, мы подождем, если это недолго будет. О. Ты что прикалывайся? Ты не успел победить того, уже сразу вступил в бой с другим. О, ну тут, в принципе, еще другие есть. Тут еще и босс заспавнился, отлично. Так. Ладно. Отлично. Так, выкинуть. Давайте сразу воду выкидываем. Так, отлично. Не, ребята, все-таки мы даже и Емолгу успеем прокачать к 50 уровню, мне так кажется. О, смотрите, как без горы, какой остров, да? Какой-то вообще кажется, что мы не там, где мы всегда качались, да? Где-то на другом острове уже. Так. Замечательно, ребята. Ну, отлично. Так, убили. Вот эта земля, это с ума сойти. Так, я не знаю, ребята, давайте попробуем как-то продлить. Давайте. Отойдите вы. А, вот ты. Так, вот, например, если... Вот только вот тут продлить. Вот. То есть не вниз, не будем даже вниз продлевать, а просто вот так как попытаемся. Тут еще Plains. Тут бич. Ну, не бич, а пляж, точнее. Ну, в принципе, так оно и говорится. Ща, во. Посмотрим, ребята, будет ли тут кто-то спавниться потом. Гулдак. Отлично. Так. Ну, пока что пускай будет вот так. Расчистили мы немного себе остров. Замечательно. Да, спавнится. На глазах так заспавнились прям вот тут. Отлично. Ребята, давайте домой. Усовершенствовали мы прям остров себе. Так. Уже лучше будет. Там босс, ну ладно, там в воде, пока мы его найдем, еще что-то. Так, пока есть возможность. Или будем вот так переносить, да? Вот. Это выкинем. Так, отлично. Поспим. Идем, ребята, быстренько поспим. Быстро. Фух. Так, отлично. И, ребята, я так думаю, давайте на этом уже закончим эту серию. Серия уже, в принципе, так более-менее нормально идет. Ставьте лайки, ребята, не забываем, если наберем 150 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня. Я, ребята, еще раз извиняюсь за опоздание, потому что я уже объяснял, почему иногда серии грузится не столько, сколько нужно, точнее. Иногда получается длинной серии, или оно как-то там обрабатывается, что они намного больше размером получаются, и поэтому дольше грузится, и поэтому бывают задержки в час или полтора часа. Но все же, серия и так выходит в тот же день, но с опозданием, но это, ребята, говорю, из-за того, что бывает, что очень длинная серия, или... очень большими получается в том смысле, что много занимают памяти, да. Поэтому, ребята, давайте уже заканчивать эту серию тут. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока. Не, пока или пока.